Напомню вам о двух наших сильно травмированных щенках – Мальта и Лэнс. Итак, Мальта. Она зашла в коровник погреться, и на нее легла корова. С переломами ребер и трещиной в шейном позвонке она была доставлена срочно в клинику. Но операцию отложили, решили понаблюдать. Плановый осмотр и рентгеновские снимки показали, что ребра срослись, и девочку ничего не беспокоит. Итак, Лэнс. Он залез под колесо автомобиля на парковке и уснул. Его переехала отъезжавшая машина. Задние лапки переломаны. Наш хирург собрал одну лапку из осколков. Золотые руки. На двух задних лапках стоят две конструкции Елизарова. И скоро предстоит операция по снятию конструкций. Все хорошо. Оба щенка находятся сейчас на передержке. Они очень дружны. Вместе кушают, вместе играют, вместе спят. Конечно же, вдвоем веселее выздоравливать.